Да, коллеги, добрый день. Сегодня давайте начнем очередное заседание градостроительного земельного совета. Земельный участок расположен в зоне общественно-деловой застройки городского и локального значения, а также санитарно-защитной зоне производства коммунальных, инженерно-технических, санитарных, технических объектов. Предполагает строительство здания бизнес-инкубатора. Администрация города Тула считает возможным строительство бизнес-инкубатора. Здание 4 этажа, включая цокольный. Предполагается размещение 65 начинающих предпринимателей или 200 рабочих мест. Проектировать, оформлять, и, конечно, надо обращаться за поддержкой в федерацию. Ну, потому что у нас ни одного такого современного бизнес-инкубатора в регионе нет, а это необходимая вещь. Просто возможность строительства административно-складского корпуса по адресу Тула-Пролетарский район, Черловская засека, дом 31, по обращению акционерного общества Черловский вал. 19 на 70, да? На 70. Ну, ваша продукция войдет туда? Нет, это не для этой продукции. Это складское помещение для основного производства. Понятно. Все, спасибо. Строительство производственного корпуса фармацевтической фабрики по адресу Тула-Пролетарский район, Торковский проезд, дом 10, по обращению общества с ограниченной ответственностью «Р-Инвест». Предполагается строительство четырехэтажного производственного корпуса Тульской фармацевтической фабрики. Администрация города Тула считает возможным строительство. Предусматривается в районе порядка 100-120 рабочих мест новых. Здоровье жителей для нас важно, есть предложение согласиться. Здесь построить воздухоразделительный объект, который будет снабжать металлургическое производство Тула-Чермельстали кислородом безобразным, азотом безобразным и аргоном безобразным. И одновременно будем, сказать, на рынке продавать или жидкие продукты, которые будут оставаться у нас от производства, от запасов стратегических. Срок строительства? В первую очередь мы запустим в четвертом квартале будущего года. И основной объект, это уже самовыразделительную установку, в первом квартале 2017 года. Есть предложение согласиться? Все, спасибо. Земельный участок площадью 171 тысяча квадратных метров расположен по адресу сельское поселение Шацкое. Предполагается строительство сельскохозяйственного комплекса по выращиванию шампиньонов в две очереди. Администрация города Тула считает возможным строительство данного объекта. Так, рабочих мест сколько у вас? Для начала будет где-то 200 мест у нас, и дальше будет все это по расширению. Интересный проект, поддержим? Вы качественно улучшаете свое строение, правильно? В самом центре города, качественно. То есть вы, действительно, оно будет стоить, но совершенно других денег. Но рядом вот стоит памятник. Неужели для своего города просто не хотите принять участие? Понятно, что не вы будете делать, но профинансировать реконструкцию вы готовы? Это же федеральная собственность. Федеральная собственность. Финансирование реконструкции ограждения. Если вы посмотрите верхнюю, где стоит ограждение. Я вижу, да. Это кованые. Раньше к нам была правая часть ворота, мы взяли на себя еще и левую часть. Это ковка, согласованному эскизу. Вот. И стоимость проекта, проведения проектных работ. Сумма там. Слушайте, нам не так дорого стоит, на самом деле, реконструкция этих ворот. Там, по-моему, считают, там миллионов, 5, мы согласовывали, да, проект на 500 тысяч и работы около 10-15 миллионов. Да нет, там меньше можно. Вы, в принципе-то, готовы принять участие какое-то посильное? То есть, может быть, мы тоже бы какой-то благотворительный фонд бы тоже профинансировали из Тульского Кремля, но совместно сделать. В процессе работы. Нет, лучше, если бы все-таки вы сразу там обозначили какие-то свои там, ну, пожелания. Почему? Потому что это у нас единственный памятник в центре остался. То есть полиметаллистом мы там занимаемся, и мы понимаем, как мы будем вытягивать 8, 10, 12, 25 дом. Все, спасибо.